все, блядь, Козлов стоит 7 миллионов долларов после этого. Потому что он закрыл Криштиану Рональду. Но Криштиану Рональду в сборной Португалии не играет левого полузащитника. Он играет по всему флангу атаки. С левого фланга приходит в центр. Если в центре ничего не приходит, не получается, смещается направо. И Козлов даже чисто физически не может закрыть Криштиану Рональду. Он не персональщик, он правый, блядь, защитник, который вообще ничего не умеет, кроме как двигаться по флангу назад и вперед.